Банзо! Только не кролик Банзо! Эмандемсы! Ребята, видели, он на... Всегда было интересно, что если налить в бумажный или пластиковый стакан воды и попытаться поджечь. Кто победит? Держится? Стаканчики. Вау! Не, я не поверю. Это как реагирует с водой? Можете попробовать. Натуральный алмаз под гидравлический пресс. Анта китайская, пепси китайская, кока-кола. Ну, вау, оранж высокая. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Самые крутые эксперименты, которые нельзя повторять. Всем привет! Привет, друзья, мы на Валеришка Геймс. Напишите, кто это с большим вау и сколько раз ты. Ну что, начинаем. Вау, вертолет! Светящийся, ребята. И наверняка радиоуправляемый, может он даже летает, посмотрите. Клево, с лампочками, пластмассовый часы тоже. Ребята, у кого когда-нибудь были такие... I believe I can fly. Смотрите, откусывает у него Шредер носик. Он хотел улететь, он хотел. Вертолет хотел улететь, прям, но, к сожалению, стеночки не дали. Друзья, сегодня слушаем звуки, смотрите, самые крутые эксперименты. Да. Обожаю хруст пластмассы, но так жалко вертолет. Ребята, какой у вас звук любимый? Напишите в комментариях. Лайкосик нам поставьте, ребят. Сегодня самые крутые эксперименты мы для вас подобрали, которых вы еще никогда не видели и нигде не увидите. Все. Это так грустно. За хрустом. А я буду... Вау. Кокомелон. Арбузик? Какой мелон? Кокомелон. Кокомелон? Слушаем. Звука, наверное, не будет. Да, ну все. Вы... Может быть, что-то из нас. Просто... Кровавая тишина. И все, ребята, да. Это было... Наживали. Не, это была пуховая тишина. У кого какой сквиш или... Как это называется? Или подушечка, может быть, какая-нибудь антистресс, напишите. Это что? Мусоровозка. Смотрите, ребята, это крутится, радиоуправляемая. Блин. Колесики крутятся. Давайте смотреть. Не, ну вряд ли радиоуправляемая. Ой, ну, колесики так крутятся. Скорее всего, просто инерционная. Вау. Он хотел вынести мусор, но не смог. И сам стал мусором. Круто. Он не может схватить. Не, не может, да, ребята. Это было не дорого. Спасибо каналам, которые делают такие эксперименты, снимают такие анимации. Ссылочки будут в описании, ребят. Большое спасибо этим каналам. Нет, Банзо! Только не кролик Банзо. Посмотрите. Я его люблю. Он еще, наверное, в тарелочке бьет. Да, черный только. Ему грустно. Он закрывает глазки. Нет, ему не грустно. Он почему-то улыбается перед своей смертью. Он, походу, не в курсе, что мы его сейчас ребята, закрывали. Нет. Какой ваш любимый персонаж Поппи? Нет. Банзо, пожалуйста, сейчас, наверное, держись. Звука никакого не будет. Банзо, нет. Банзо нас не слышал. Конечно. Банзо он был уже... в наушниках. Он уже никого не слышит. В каких наушниках? Ребята, Банзо был в наушниках, вы заметили? Погнали, смотрим нашу анимацию. От нашей кухни девочки. Так, смотрите, ребят. Мультяшный кот. Он что-то задумал. Вылез с пакета. А пакет только что с магазина. Эмандемсы! Ребята, видели, он напрыгнул, они в разные стороны. Да нету столько эмандемсов в одной пачке. Я тоже думаю, что нет. За минимум пачки 3, наверное. Смотрите, катается. Устроил себе ванну из эмандемсов. И по одной тырит. Ребята, кто любит эмандемсы, напишите нам в комментариях. Ой, сердечко выложил. Все, ура, милаха, а когда хавать? Можно уже кушать? Как пахнут. Встаешь уже быстрее, что ты там нюхаешь. Так, и нарисовал сердечко из эмандемсов себе где? А, нет, кошечку. А, он любит кошечку. У него есть любимая девочка. Он такой, а что происходит? И, блин, сейчас хозяйка подглянет. Об рыбку. Ой, чуть не споткнулся. Нужно догнать кота. Кто все мои эмандемсы рассыпал? Она так собрала, как граблями. Листики в саду. Так, а он такой, где эмандемсы? Оп. Так, это все для моей подружки. Она же сейчас придет, и мне нужно будет ее угощать. Ай, Фанта упала. Нет, догоняет. А? Ребята, картонка. Фанта расплюснула нашего кота. Нужно срочно спасать, у него же сегодня свидание. А его сейчас съедят. Ой, как она так сделала? А как она так делает? Это прикольно. Круто. Слушай, вы идите туда, вы поняли? Да, да. Надо лечить мультяшного кота, потому что он чем-то заболел. Потому так, что он прыгнул. Добавляем яблочный сок, говорю, чем-то заболел. Он просто плоский. Потому он заболел этой плоской болезнью, короче. Он заболел просказальностью. Просказальностью? Это что, ребята, вы знаете, какую болезнь? Плоскозальностью. А, плоскозальность. Хорошо, смотрите, она делает коктейль специально для мультяшного кота, чтобы его, наверное, напоить.
пить. Это называется коктейль фантавитаминка. Так, мандарины. А что было первое? А первое было эти. Первое было эти мандемс и... Нет, грейпфруты было или лимоны, да, первое, что такое? Грейпфрут, киви какой-то еще. Лимоны подскочили и... Это не лимон, это ананасы. Это все равно. Так, и это у нас... Киви! Киви! Круто. И не пытайся сказать, что это яблоки. Смотрите, три слоя, друзья. И I love you. Это коктейль предназначался его девочке. Но она будет давать, наверное, мультяшному коту его... Целиком одному. Том. Так. Давай. Какой Том? Это мультяшный кот. Картун Кэт. Хотел сказать Кэнди Кэт. Я рот с Томом перепутала. Что вообще происходит у нас сегодня? Что такое? Что, держаться будет? Да ладно. Держится? Стаканчики. Вау! Не, я не поверю. Это фокус. Как такое может быть, ребята? Это невозможно. Просто... Он пленкой там. Физически невозможно. Залеплен стакан. Смотрите, ну что там Да, наверное, там была все-таки пленка. Так, зарисовать какую-то штриховку в книжечке. А, это, видимо, стираемые чернила. Посмотрите, специальным огнем вытираются. 2+2. Если ты вдруг ошибся в примере, можно быстренько исправить, пока учитель не заметил. И класс. И написать все, а потом стереть все и всю контрольную свою стереть. Так, смотрите, ребята, магнит. Сейчас будет что-то прикольное. С магнитами эксперименты я очень магнит, люблю. Гайка. Ребята, вы напишите, какой эксперимент вам сегодня понравится больше. Обязательно для этого досмотрите все наши опыты до конца. Так, смотрите, он завязывает косичку. На два узелка? Да. Магнит и гайка сталкивает. Он во рту держит, что ли? Ага. Так. Металлические основания он подставляет, и к ним, видимо, магнит будет магнититься. Пока он летит к банке, его останавливает сила притяжения, посмотрите. А так, теперь приклеим банку? Приклеивают лампочку. Она сейчас разобьется. Сейчас по стеклу. Нет, не долетает, ребята. Он конкретно рассчитывает полет так, чтобы она чуть-чуть не долетела до стекла. Обалдеть. Погнали, вода. Следующий эксперимент смотрим. Всегда было интересно, что если налить в бумажный или пластиковый стакан воды и попытаться поджечь. Кто победит, вода или огонь? Давайте смотреть. Пластмасса плавится, но ровно до того места, где начинается вода. Потому что вода... А вода не плавится. И вот смотрите, он подносит даже с внешней стороны, а все равно стаканчик не загорается. Да потому что огонь в воде расплавится. Ну, короче, его нет. Короче, огонь в воде не горит, ребята. Элера это имела в виду. Запомните. Так, да. Качельки. Вау. Посмотрите, ребята. Как мальчик, классно. Мальчик. Свечи создают качельки. Мальчик, свечи. Какой мальчик свечи, Лера, то медведик был. Какой мальчик. Лера сегодня, ребята, просто жжет напалмом. Да свечи сейчас упадут. Догорают. Клево. Можно сделать качельки, ребят, запомните. Офигеть. Если сделать... И потом поджечь весь хат. И потом поджечь весь дом. Весь дом поджечь, да, ребят. Но это не обязательно. Вредные советы от Валеришка Гейн. Это не обязательно, но можно. Смотрите, наматывают катушку на батарейку. Видимо, катушка уже намагнитилась. Или что-то с ней уже случилось. Или сейчас, короче, давайте смотреть, что будет. Давай, мальчик, мы поняли. Ребят, ставьте лайкосик этому видео. Спасибо, канал, за такое делают. Ссылочки будут в описании, ребят. И смотрите новые серии на Валерика это Геймбокс. Под этим роликом в описании ссылочки на все наши 7 каналов. Обязательно подписывайтесь, если вы где-то не подписаны, и жмите колокольчик. Так он сделал серебристым. Он зачистил, он не сделал серебристым, он просто стер верхнюю поверхность. Так, берет, это что такое, булавки? Да, это булавки две. И магнитик. Магнитик. Так, батарейка. И какая-то батарейка, какой большая. Длинный эксперимент. Интересно, наверное, что-то будет крутое, ребят. Так, поэтому досмотрите. До конца сегодняшнюю серию обязательно. Ага, ставит. Крутиться, наверное, будет, смотрите. Но магнит не хватает. Да, круто закручивается. Это почти как карусели. Мы смотрите нашу предыдущую серию, посвященную экспериментам и Шреддеру. Ребят, на этом же канале мы показывали там очень крутяцкие опыты с водой, магнитом, электричеством и огнем. И всем. Всем на свете. Там было очень... Капитошка. Ну, понятно, что лопнула. А если залепить скотчем или изолентой, посмотрите, она лопается точечно и вытекает вода струйкой. Здорово. А весь шарик сам не лопается, не взрывается. Он аккуратненько вытекает только в одном месте. Круто, ребята, можете попробовать. Мишку. Так, если потереть расческу об мишку, получает расческа статическое электричество. И посмотрите, друзья, надо будет как реагирует с водой. Можете попробовать, друзья. Тоненькая струйка воды
затягивается. И можно даже надо после налить, серии попробовать. Налить кривой струей в чашку. Ребята. И водички налить. Аккуратненько написать в чашку. Так, натуральный алмаз под гидравлический пресс. Посмотрите, ребята. Алмаз и так много стоит. Алмаз самый плотный. Ребята, его используют даже на инструментах, которые используют в строительстве. На нанесение алмазной пыльцы. Посмотри, как алмаз продавился. Он сделал в стали. Самой плотной стали вот такое вот отверстие, настолько алмаз плотный, но он все равно лопнул и не выдержал. Сука. Это вольфрам. Смотрите, друзья, сколько такой? Он сможет продержаться. Это тоже такой металл. Так, его приплюскивают. Тяжелый. Да, он тоже, насколько я знаю, плотный. Посмотрите, как прессу тяжело, насколько легко он сжимал монеты в предыдущей серии. И насколько тяжело ему сжимать вот такие вот вещи. Ну потому что он продавил. Посмотрите, ребята, он продавил. Офигеть. Вот это поворот. Вот круто. Это, вот это жесть. Вау! Ой, здоровщинка! Принес какой-то... Сейчас будут проводить какие-то эксперименты. Залазит. Клево. Смотрите, там Шрек. Тетя на заднем плане ходит. Какая-то... Это Шрек будет. Шрек, ребята, сейчас будет что-то нам показывать. А Шрек, вы быстренько пишите, какого цвета будет пена. Наши любимые эксперименты с эмунгазиками, шариками, ментосами, колами, всякими разными напитками. Это Шрек из-за кулисья. Содой, перри и всего всякого на свете. Так, Шрек из-за кулисья? Да. Ребята, из-за кулисья, кстати, любите Роблокс? Если любите, смотрите новые серии на Валерий Кэт. Там очень много Роблокса. Под этим роликом в описании ссылочки на Леры новый канал. Он такой... Так, собрал. Ребята, это все снимается в обратной последовательности. Потому что шарики не залетают сами. Да, не залетают. Представьте, чтобы шарики залетели сами, когда они это разбросаны вообще по всему нафиг двору. Просто... О, сейчас ни одного не попадет. Короче, у него сегодня бутылочка, баночка очень узенькая. И шарикам тяжело попасть. О, нет. А это конфеты? А это прям самые маленькие шарики. О, нет. А, это не прыгуны, получается, это пластмассовые. Все мимо. Вот смотрите. Не, ну много попало, согласись. Лера, попало достаточно прикольно много. Так, и эмунгазики. Пожалуйста, их мало. Попадите. Всеми, пожалуйста. Попади. Мы просим. Вообще нет. Короче, 5 штучек попало, остальные нет. Так, ребята, пишите быстрее, какого цвета будет. Китайская фанта, китайская пепси, китайская кока-кола, китайская мини. Напишите, кто угадает. Так. Китайская спрайт. Китайские напитки. Спрайт. Причем они какие-то, что ли, негазированные, не могу понять. Они, мне кажется, они пшикают. Такое ощущение, что они вообще без газа. Такое ощущение, что это вообще все сок. Так, заливает. Опять мимо. Так, ну залей по очереди, что ты все сразу наливаешь. Чтобы побыстрее. Он это так медленно делает, ребята. Балатную уже. Так, оранжевую, фига себе. Как много. Не, болотный оранжевый не бывает. Ой, я сошла с ума, какая досада. Ля-ля-ля. Играется как это. Капитошка. Как малыш длинные ноги, ребята, кубиками. Так. Не, ну сегодня у тебя маленькая какая-то штучка. Ну, вау. Оранжевая. Высокая какая, посмотрите, оранжевая. Что он делает? А, он своей этой шпагой машет. Сударь, я вызываю вас на дуэль. 30 чертей, защищайтесь. Я победил тебя, Фанта! Круто, друзья! Капец, сколько мы уже показали этих опытов. Вы представьте, какой у него грязный двор. Просто, ребята, поддержите лайком этой серии. Напишите в комментариях, какой эксперимент вам сегодня понравился больше. Смотрите все видео на наших каналах. Валеришка Максим, Play Games and Family. И Валерик это Gamebox. Ссылочки на все наши 7 каналов под роликом в описании. Переходите, мы вас очень любим. И стараемся для вас. У нас самые лучшие. Всем пока-пока.